только они ушли, Аль начала действовать. На самом деле Аль очнулась, когда их завязывали руки, и она незаметно напрягла их. Как только они ушли, Аль расслабила руки, тем самым ослабив нить. Она освободилась, и первое, что она должна была сделать, это спасти Айгуль. Как только она вышла из комнаты, она побежала и увидела Айгуль. Ох, наконец-то я тебя нашла! Что ты здесь делаешь, Аль? Меня похитил какой-то Батур и Камала. Камала, я не знаю. Она сказала, что она устала быть в тени и хочет власти. Сказала, что ей в этом может помочь Батур. Во время диалога Аль развязала Айгу, и они побежали. Но вдруг в комнату зашла Камала. Аля и Айгуль быстро вырубили ее и побежали по коридору, чтобы найти выход. Но вдруг, когда Аль бежала, у нее случилось видение. В порядке? Что это за место? Хватит, ты отключилась, я дотащила тебя сюда. Ладно, пошли. Мухмед, у нас срочно! Как ты думаешь, кто такой Батур? Ух, это долгая история. В смысле ты не знаешь, кто это такой? Ну дайте я все объясню. Давай, мы ждем объяснений. Когда-то давно наш брак с Камалой начал распадаться, и она изменила мне. С кем? Медом, и Камала от него забеременела. И этот Батур и есть наследник Меда. Да! О нет, это значит, что он хочет добиться своего трона. Да. Почему мы с Камалой вместе, а о сыне Мехмеда мы ничего не знали? Дело в том, что нашим семьям был выгоден этот брак, и это быстро замяли. А куда отправили Батура, я не знаю. Даже не сказали, куда отправили Батура, но я и не интересовался. Это значит, что скоро будет война за этот трон.